На стадионе «Зенит» прошел турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд. Это первые подобные соревнования на ледовой арене, которая открылась в марте этого года. За выступлениями спортсменов наблюдала наша съемочная группа. Хоккей – это для сильных, успешных мужчин. Так это или нет? Новая ледовая арена впервые принимает у себя любителей одного из самых популярных в России видов спорта. Попробовать свои силы и побороться за кубок главы городского округа люберцы вызвались 4 команды. Особенно не готовились. Для меня это вообще начало сезона, первая игра в этом году. Так что будем вот как-то так импровизировать. Импровизировать можно, ведь этот турнир не для профессиональных хоккеистов. Главное условие для участия в соревнованиях – возраст старше 18 лет и желание погонять шайбу. В составе команд – друзья-единомышленники, а также целые трудовые коллективы. Наше предприятие поддерживает множество спортов – футбол, волейбол, большой теннис, маленький теннис. Каждый сотрудник «Звезды» находит свой, как бы сказать, свое направление. Наша команда еженедельно готовится в этом ледовом дворце. Мы играем каждую пятницу вечером. Возможность тренироваться имеют все – и взрослые, и дети. Несмотря на то, что ледовая арена открылась совсем недавно, она уже пользуется популярностью и востребована среди жителей городского округа Люберцы. В настоящее время в спортивном объекте занимаются хоккеем около 40 детей. В конце сентября уже планируют провести для них первый турнир. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.